Сегодня 11 февраля, я снова сею петунию и на этот раз кустовую. Петунию я сею в три этапа. Первым этапом я сею ампельную петунию, вторым этапом сею махровую петунию и софистику, и последнее я сею обычную кустовую петунию. Сроки посева петунии зависят от времени высадки на постоянное место жительства и ваших условий для выращивания петунии. Поэтому оптимальную дату посева сможете определить только вы сами. Всегда записывайте сроки посевов и пересадок в блокнотик и на следующий год при необходимости делайте корректировки в посевах. Плюсы и минусы ранних посевов. Главный плюс ранних посевов в том, что на момент высадки на постоянное место жительства петуния будет уже иметь большой, сформированный, цветущий куст. Ее только остается пересадить в больший объем, и можно любоваться ее цветением. Но при раннем посеве необходимо учитывать, что большие кусты требуют больше грунта для своих корней и занимают больше места. Поэтому, если вы выращиваете рассаду петунии дома или в квартире, и место на стеллажах ограничено, не спешите с посевами.